Столицу Лапландии, финский город Раваниеми, считают официальной родиной Санта-Клауса. Здесь у Санты есть целая резиденция, где живут олени и эльфы. Похоже, в этом городе все напоминает о празднике и Рождестве, даже футбол. Например, один из городских клубов так и называется «Санта-Клаус». Образовался он в 1992 году путем слияния двух финских команд. На эмблеме клуба также изображен Санта. Больших спортивных успехов он пока не достиг. В последнем сезоне занял 8-е место из 9. Тем не менее, Санта находит время, чтобы поддержать боевой дух игроков и даже устроить дружеский матч. Санта любит все виды спорта, и, конечно, он внимательно следит за футбольным клубом «Санта-Клаус», когда у него есть время, и иногда смотрит наши игры. Ну а в свободное от игр время футболисты нередко навещают резиденцию Санты, чтобы оказать посильную помощь. Некоторые помогают разбирать на городской почте письма от детей, приходящие со всего мира. Я пришел сюда почитать письма детей со всего мира. Приятно заниматься этим, когда не играешь в футбол. Поработали, теперь можно и отдохнуть. Как это делают футболисты? Конечно, на футбольном поле. По результатам дружественного матча эльфы победили Санта-Клаусов со счетом 6-5. Впрочем, единственные зрители игры, северные олени, похоже, не болели ни за одну из команд. Возможно, они берегут силы перед Рождеством, им предстоит доставить много подарков.